звезду. Мы сегодня, как прежде, вдвоем, взявшись за руки в прошлом году. В Новый год мы пойдем, ожидая чуда. Это Новый год, старый год забудем. Год надежных крыльев нам, здоровье и успех! И здоровье и шлумля, Игорь Дмитриевич Бортников! Аплодисменты, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Хочу поздравить вас всех с Новым годом! Очень приятно, что все мы, жители нашего Пушкинского района Дятьково, так вместе дружно отдыхаем! Поэтому я хочу пожелать вам в новом году тепла и уюта, семейного благополучия. И, конечно же, хочу пожелать вам, чтобы все ваши мечты в новом году сбылись. А сейчас я вам приготовил сюрприз, который вы все сейчас увидите. Посмотрите, пожалуйста, назад. Ну-ка, дружно все сначала, позовем мы их всерьез. Дружно крикнем «Дед Мороз!» И Снегурочка! Не было зимы, так и села, к ней пришел бы праздник нам радостный и веселый. На березах встретить нам ты не пришлось, Дедушку Мороза. Подари по нам ты, мама, ты молиться, чтобы горки царки и снежки лыжи и сугробы. Горки царки и снежки лыжи и сугробы. Вас. На крыльях матушки метели летел я к вам в столь поздний час. Мы очень торопились на ваш новогодний веселый бал. Через горы высокие и снега глубокие, сквозь леса дремучие и метели злючие, по дорогам нехоженным, океанам безбрежным, по ручьям промороженным и полям заснеженным.
мы от самого края земли поздравления свои принесли с Новым Годом! Шли впереди, не зная дни, не сгибались мы с пути, то садились на оленей, то в маршрутное такси. Были в селах, городах, были в школах, в детсадах. Поздравляли мы подряд с Новым Годом всех ребят. А под вечер к вам пришли и подарки принесли. Мы спешили к вам не зря, чтоб поздравить вас, друзья. Телеца
Thank you.